Вместе с тем, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургутскому району вместе с прокуратурой инспектируют деятельность торговых центров и объектов культуры в других поселениях муниципалитета. Цель – проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Основные нарушения – отсутствие либо неисправность автоматической сигнализации, систем управления эвакуацией людей при пожаре, а также загромождение запасных выходов. По всем заявленным фактам прокуратура внесет представление. Может быть, связано это с тем, что отсутствие проверок, соответственно, некоторые не понимают всю ответственность. В соответствии с 294-м законом Российской Федерации о защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении контроля надзора, до 31 декабря 2018 года объявлены надзорные каникулы для данной категории. То есть данные надзорные каникулы действуют уже 3 года, то есть можно смело сказать, что последние 3-4 года мы их не проверяем.